Поль Кьерн был венгерским солдатом, участвовавшим в Первой мировой войне. Солдатом он был прекрасным и боролся даже тогда, когда были убиты все остальные солдаты из его роты, за что его наградили медалью. Несмотря на свои боевые умения, он тоже получил огнестрельное ранение, которое должно было его убить, но Поль выжил. Полю выстрелили в висок, и часть его мозга была повреждена. Пуля уничтожила часть лобной доли, такое ранение убило бы любого. Но единственное, что изменилось в жизни Поля после ранения, он больше не мог заснуть. Вообще. Врачи тщательно осмотрели его и не смогли понять, как он ухитрился выжить. По сути, невозможность спать стала единственной проблемой солдата. Снотворные и седативные таблетки не помогали. Возможно, это прозвучит ужасно, но Поль не страдал. Часть его нервной системы тоже была уничтожена. Мужчина не воспринимал истощение и уверял всех, что чувствует себя прекрасно. Кьерн не спал в течение 40 лет, до своей смерти в 1955 году.